Мебель по квартире, день и ночь. А как ты думаешь, многие звезды живут по фэншуй? Я точно знаю, что отец Нанайцев, Барри Алибасов, об этом ничего не слышал. Квартира Барри Алибасова стала настоящей меккой для журналистов. Только ленивый светский хроникер не пришел посмотреть отремонтированную квартиру продюсера. Таблоиды до сих пор судачат об экстравагантном жилье и особенно о золотом унитазе Алибасова. Для чего это делается? Кто-то подумает, ну вот, мол, богатые совсем с ума сошли, все хотят в золоте. А это не так. На самом деле, службы – это та самая энергетика, которая привлекает к человеку деньги. Золотой туалет – это скорее дань шоу-бизнесу, поскольку я являюсь неким символом, олицетворяющим это шоу-бизнес. Теперь отправляемся на кухню. Здесь только стол вызвал несколько нареканий. Он украшен зеркальными вставками, которые отражают друг друга. Мастер фэншуй предупреждает, может образоваться так называемый зеркальный коридор, и человек начнет терять силы. Вот эти места, я так понимаю, что они предназначены для приема пищи, совмещать это с зоной раковины не рекомендуется. Потому что в этом случае считается, что пища может плохо усваиваться. Совершенно справедливое замечание, что нельзя совмещать мойку посуды и еду. Потому что это разные процессы, они должны быть совершенно отдельно. Но это вот поставили сотрудники офиса, рабы, которые считают, что их место рядом с мойкой. В апартаментах Барри Алибасова с ремонтом за 2,5 миллиона долларов можно и заблудиться. В кабинете, гостиной, комнате для гостей, зоне отдыха – везде сюрреалистичный интерьер. Арочное перекрытие – это единственная форма, при которой углы вообще отсутствуют. А мы знаем, что углы в пространстве – это источник постоянной головной боли у мастеров фэншуй. Здесь я полностью согласен с Сергеем. Острые потолки все-таки создают некую тревожную, абсолютно депрессивную атмосферу. Поэтому очень важно скруглять углы. Это место отдыха начальника группы «Нана». Сергей Безбородный за обустройство комнаты поставил твердую пятерку. Угол этого помещения равен 340 градусам, а это очень спорное расстояние, которое говорит о том, что в этой спальне могут происходить интересные события. Вердикт эксперта фэншуй: в этой квартире хозяин всегда будет молод душой, и вся жизнь будет напоминать большой праздник. Уважаемый Барри Каримович, я завершил осмотр вашего дома, он мне очень понравился, и оказывается, вы большой знаток. Большой фэншуй? Да, большой фэншуй, я ничего об этом не знал. Но на самом деле в вашей квартире обнаружились удивительные вещи. Я хочу преподнести вам подарок, как мастер фэншуй. Это золотой шар, который держит три слона. Для того, чтобы ваш успех и ваше процветание, он еще и вертится, были бы очень большие. Не стоит бояться в квартире разноцветной подсветки. Это источник положительной энергии. Благосостояние хозяевам квартиры обеспечат предметы интерьера, инкрустированные драгоценными металлами или камнями, а также изображение древа жизни и большое изголовье кровати. Острых углов в доме лучше избегать, они причина недомоганий. Миш, как ты думаешь, владелец вот такой пестрой квартиры, на какой машине?